Спасатели пришли на помощь козе. В службу 112 обратилась встревоженная хозяйка животного. Она сообщила, что ее любимица провалилась в глубокий колодец. Вытащить ее самостоятельно женщине не удалось. Прибывшие спасатели накинули петлю на рога пленницы и подняли ее на поверхность. Видимых повреждений животное не получило, хотя за время заточения явно проголодалось. После спасательной операции коза продолжила щипать траву.